Бог не есть Бог мертвых, но живых. И мы – чадо Бога Живаго, живые мужчины и живые женщины с бессмертной душою, свободной волей, разумом, честью, совестью. Но законы РФ всех жителей России сделали физлицами, а физлицо – это мертвый человек перед Богом. Вы понимаете, они лукаво натянули на всех посмертные маски. РФ – это организация мертвых людей. Своими законами превратили людей в бесправных рабов антистовой системы. А мы живые люди, живые мужчины, мы живые женщины. Бог всех людей создал живыми, но Уголовный кодекс Российской Федерации статьями 19 198 заживо хоронит всех жителей России, заставляя признать себя физлицами, то есть мертвыми. Добровольно записав себя к царству смерти Антихриста. Но мы, православные люди, выбираем быть живыми, божьими людьми с юридическим статусом живых мужчин и живых женщин. Вы считаете себя законопослушными. Но для чего Бог наделил чад своих свободной волей и разумом? Почему не хотите разобраться и вникнуть в этих лукавых и коварных законах? Люди, ну проснитесь же, наконец! Вас всех унизили, опустив до статуса бесправных мертвых рабов. Вы понимаете, идет борьба за души человеческие. И если вы не разберетесь, то о вашей путевке в ад уже позаботились законы РФ. Но мы с Богом, мы живые люди.